за вами фотки. Может, дадите комментарий соответствующие. Комментарии, мне кажется, наглядно с каждой фоткой говорит само о себе. Что я могу сказать? Вы знаете, в 90-е годы наше государство стояло на краю пропасти и экономической, и моральной, и человеческого фактора. При всем этом был крах. Еще немножко мы полетели бы в пропасть. Единственный, кто мог вывести из нас из этого состояния, это был наш многоуважаемый общенациональный лидер Гейдар Алиев. Вы понимаете, в то время я работала, и сейчас работаю в Бакинском государственном университете, заведующей кафедрой педагогика с 1991 года по 2012 год. И вот тогда я как бы влилась, вошла в это течение и стала поддерживать уже не просто на слове, но и на деле. Я была включена в состав комиссии, которая собирала подписи для выдвижения Гейдара Алиевича в президенты первый срок. И с того времени я, как говорится, уже сейчас, сегодня ветеран партии «Единый Азербайджан», 15 лет работала, выполняла обязанность председателя женсовета Сабальского района партии «Единый Азербайджан». Там у меня много фотографий вот именно с всех мероприятий, где присутствовал Гейдар Алиевич. А с Ильхам Мялимом приходил к нам в университет. Я вручала ему номера журналов, и он расписался, отдал автограф на книге.